Наш регион продолжает месячник открытости и доступности власти. Сначала на вопросы граждан отвечал президент страны. Эстафетную палочку принял губернатор области Михаил Мень. Обращений к нему было меньше, и касались они более локальных тем. Татьяна Желнина пожаловалась губернатору на очереди при отправке посылок на Ивановском почтамте. Женщина предложила свое решение проблемы. Желательно бы сделать два окна. Одно для физических лиц, а другое для организации. Тогда, в общем-то, народ быстро будет обслуживаться, и мы не будем стоять в этих очередях. Губернатор счел доводы жительницы областного центра достойными. Отметил, что о проблеме очередей не в курсе, зато точно знает, что это не единственная претензия ивановцев к почтампту. Многих не устраивает неудовлетворительный внешний вид и техническое состояние этого памятника архитектуры. Мы сейчас отправим им очередное предписание, а у нас там штрафы доходят до 500 000 рублей. Я думаю, им будет выгоднее отремонтировать фасад и привести в порядок и лестницы. Да. Губернатор, в отличие от президента, с должностей не снимал. Проверок не инициировал, зато раздавал поручения. Одно из них касалось эстафеты Олимпийского огня. В октябре по главным улицам и проспектам города побегут спортсмены с факелом. Среди них, считает Михаил Мень, должны быть известные люди. Например, Мария Сизикова, участница Олимпийских игр 1964 года. Отследить, чтобы все наши заслуженные спортсмены, значит, неважно, что называется, когда были эти заслуги достигнуты, чтобы все имели приоритет по подбору вот этих факелоносцев. Вопросы решаются быстрее, если они озвучены первому лицу, будь то области или страны. Как и после горячей линии с президентом, после личного приема губернатора все остались довольны. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.